грандиознее событие. Сегодня мы открываем вот перед этим дворцом бракосочетания скульптурную композицию. И рождена она была, вот не поверите, если вы знаете, то есть вот, не поверите, после того, как в Тольятти полюбили вашу песню «Возвращение в Тольятти». Если вы не знаете, то здесь с этой песней уходят и приходят поезда. Она является настоящим символом нашего любимого города. И именно благодаря этой песне появилась идея создать эту скульптурную композицию. Представляете, если раньше по мотивам чего-то писали песни, то теперь по мотивам вашей песни делают скульптуры. И поэтому вот сейчас под эти аплодисменты я от лица всех жителей города Тольятти хочу вас поблагодарить за то, что вы написали эту песню, и хочу вас попросить, чтобы вы именно ее и исполнили. Хорошо. Дорогу как поезд листает наш поезд. Чаем, и в тамбур выходим курить. И пусть незнакомы, но можем про дом мы с попутчиком добрым сердечно хоть век говорить. И кто-то про Сочи, про то, что не хочет, и слышать о прочих местах на бескрайней земле. Да, Сочи приятен, но все же в Тольятти и море, и солнце гораздо теплей и родней. И парень пристанет, какой-то с Рязани, он всем столько раз невесте своей рассказал. Послушай, приятель, ты не был в Тольятти, а значит, и женщин красивых пока не видал. Послушай, приятель, ты не был в Тольятти, а значит, и женщин красивых пока не видал. Но вот уже Волга, и ехать недолго. Запахло сосною, и тут перепутать нельзя. Ты видишь, приятель, вот это Тольятти, вот это мой город, а здесь и любовь, и друзья. Ты видишь, приятель, вот это Тольятти, вот это мой город, а здесь и любовь, и друзья.